Наши во Владивостоке юнармейцы из Котласа принимают участие в специальной смене Орден Мужества Всероссийского детского центра «Океан». Во Владивосток съехалось порядка 500 участников военно-патриотических клубов и объединений, а также кадетских классов со всей страны. Среди них команда из Котласа. Всем привет! Мы представители Котласского городского юнармейского отряда почетного караула «Флагман». Сейчас мы находимся в Всероссийском детском центре «Океан» в дружине «Бригантина». Чтобы попасть сюда, мы собрали команду и участвовали в конкурсе от Росдетцентра на самую патриотическую 12-ю смену Орден Мужества. Здесь мы знакомимся с интересными людьми и прокачиваем навыки. У участников смены насыщенная программа: огневая, боевая, тактико-специальная, туристическая, инженерная подготовки, занятия по оказанию первой медицинской помощи. Участники уже приступили к профильным занятиям. На этих кадрах урок в очках виртуальной реальности, посвященный Сталинградской битве. Ждут встречи участники смены Орден Мужества и с героями Российской Федерации.